вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель», у студії Маргарита Шубукова. Добрий день. У Гомелі відбулася зустріча старшині облвиконкама Владимира Дворніка з гоноровим консулом Республіки Білорусь у Неаполі Вінченцо Трані. Розмова йшла об взаємовигідному співпрацівництві у сфері заміжного бізнесу, який може працювати і приносить прибиток у нашому регіоні. Більше як 5 років тому Вінченцо Трані заснував у Білорусі компанію по предоставленні лізингових послуг малому і середньому бізнесу. Перший фінансовий інститут зі 100% італійським капіталом. За період роботи компанії профінансовано лізингових проєктів на суму 35 мільйонів євро. У бюджет в області поступило більш за 10 мільярдів рублів податків. На думку Вінченцо Трані, інвестувати у Гомельську область і вогулі у Білорусь – це вигідно. Перш за все, це продиктовано політичною стабільністю, а так само добропристойністю і обов'язковістю білорусів. Одразу після офіційної зустрічі Вінченцо Трані відправився на відкриття нового офісу компанії «Мікролізинг». Головное предприятие у Гомеле разместилось у самом центре города на проспекте Ленина. Микролизинг входит в международную группу компаний, которая предоставляет финансовые послуги у Беларуси, России, Молдове и Армении. И она поспехово осуществляет свою деятельность для физических и юридических особ. Мета компании – содействие экономичному развитию малого и среднего бизнеса шляхом предоставления якостных лизинговых послуг без додатковых закладных обязательств. Сегодня у Беларуси налишивается 5 офисов компании «Микролизинг», где предоставляют полный спектр послуг – от финансования техники и автотранспорта до обсталявания и инструментов. Наши клиенты, предприниматели, обычно выбирают техника или транспорт, который им нужен, и выбирают дилера, который им это продает. Потом обращаются к нам и спрашивают о финансировании этой сделки. Мы ведем анализ в течение 3 дня и дадим сразу решение о видящей займе и видящей лизинге как раз. С этой точки зрения для предпринимателя это важно, потому что он быстро получает ответ и быстро получает ту технику, которая ему нужна для работы. Менше як праз гадзіну у Гомельскім грамадско-культурным центры распачнецца ўрашысты сход з нагоды 25-годзе падатковых органаў Рэспублікі Беларусь. У кампаніі прадстаўнікоў органаў улады, калег, партнёраў і буйных падатковых плацельшыкаў будуць падведзены вынікі працы інспекцыі Гомельскага рэгіёна. У планах уручэння нагрудных знакаў выдатнік падатковай службы і ўшанавання лепшых супрацоўнікаў. У шматчым дзякуючы дакладнаму выкананню падатковага законодаўства і ўмацаванню фінансавай дысцыпліны у рэгіёне рэалізуюцца праграмы ў галінах адукацыі, аховы здароўя і сацыяльнай палітыкі. Работнікі бюджэтнай сферы своечасова атрымліваюць заработную плату. Паспяхова рэалізуюцца нацыянальныя праекты. Гомельская вобласць сёння ўваходзіць у тройку рэгіёна Украіны, які пералішваюць у бюджэтную сістэму дзяржавы найбольшую суму падаткаў і збораў. Доля Гомельская вобласць у бюджэце Республікі склад складае звыш 10%. І гэта вынік злажанай работы супрацоўнікаў усіх без выключэння падатковых інспекцый нашага рэгіёну. Сегодня в Гомеле отбылась презентация экологичного проекта «Содейнишение переходу Республики Беларусь до зеленой экономики». Один из его накерунков – конкурс зеленых инициатив, переможцы якого отрымают по 110 тысяч евро на реализацию своих идей по природоохранной тематике. Проект финансируется Европейским Союзом и реализуется в партнерстве с Министерством природных ресурсов через программу развития ООН. Были выбраны в партнерстве с Министерством природы ряд пилотных территорий, на которых внедряются идеи и принципы зеленой экономики. Головный принцип зеленой экономики – побудова такой ее модели, якая обеспечит рост добробыту громадян и разом с тем зменшить рызыку причинения шкоды навокольному осяродию. Для этого потребуется у приватности адаптация законодавства, а так само стимулирование громадской инициативы. С этой метой экологичная организация представит на конкурс пилотные проекты у сферы обыходжения с отходами, альтернативной энергетики и так далее. По выниках будут вызначены 16 переможцев. Термин реализация их проектов не повинен превышать 18 месяцев, а максимальный объем максимального финансирования – 110 тысяч евро. Организаторы запевнивают, что в выпадку поспехового супрацовництва этот конкурс не будет опошним. На развитие экологичных проектов в Беларуси Евросоюз уже выдаткал около 12 миллионов евро.
Завтра у Беларуси стартует черговый этап уступной кампании «Початок приема документов у ВНУ». Сегодня ректор Гомельского державного университета имя Франциска Скорины Александр Рогачев наведал радиостудию «Гомель Плюс» 103.7 FM, как подчас эфиру дать отказ на актуальные питания. ГДУ имя Франциска Скорины сегодня классичная ВНУ, якая выходит у 14% лепших университетов света. Все лето тут означили 85-годие, и весь этот час университет не смена протягивает творчих, талиновитых молодых людей, которые желают отримать тривалые веды. Сегодня тут налишивается амаль 12 тысяч студентов, свыше 600 выкладчиков, у лику яких 4 члены-корреспонденты Национальной академии наук Беларуси, больше як 40 докторов наук и 200 доцентов. Все лето у ГДУ будут вести прием абитуриентов на 31 специальность и прикладно на 65 специализаций. Наибольший великий конкурс традиционно означается на правознавство и физичную культуру. Проявляют цікавость абитуриенты и до новых специальностей, связанных с сучасными технологиями. Вместе с тем, в области IT-технологий открыт целый ряд новых специальностей. Это на физическом факультете, это программирование мобильных систем, компьютерная безопасность, информатика и программирование. И если вы, в общем-то, сделаете выбор в пользу нашего университета, а это будет очень правильное решение. Вот самый квалифицированный состав высшего учебного заведения по ЛЕСИ сделает все возможное, чтобы вы получили очень достойное образование. Приемная новина для прихильников клуба спортивной аэробики «Спортданс», який дейнічае на базе средней школы номер 45 Гомеля. Запошніх спортивных спаборництваў открытого кубку Вильнюса ребята привезли одразу 3 медали. Поглядеть на пластичные, пригожие, зашаровальные рухи юных граций отправилась наш корреспондент Светлана Князева. Пара Дианы Саковской и Игоря Антропова на открытом кубку Вильнюса завоевала бронзовый медаль. Яны – соправдные таленты, якими гонорятся батьки, наставники, знакомые. Десятигодовая Диана занимается в клубе 4 года. За этот час где только не побывала юная спортсменка – Чехия, Австрия, Эстония, Литва, Россия. Выступала соло, группой, у тройцы, а так само у пары. На сегодняшний день это самая результативная спортсменка у клубе. У нее третье место есть, есть второе. И даже в соло девочки, там очень жесткая конкуренция, она вышла в финал, пока четвертая, но я надеюсь, что мы планочку свою повысим. Игорь Антропов занимается у клубе 7 годов. У этого юнака уже есть профессийная международная лицензия спортсмена. Дияну и Игора тренер Светлана Кашанская будет рихтовать на чемпионат света у наступном годе, а это уже профессийный спорт. В черговый раз высокое спортивное майстерство подтвердил 8-годовый Родион Шилов. Выступление соло у Вильнюсе принесло ему серебряную медаль. Родион делится плюсами занятков аэробикой и признается, у чем секрет его успеху. Крепче становлюсь. Мне очень нравится мой тренер Светлана Владимировна. Она мне помогает разминаться. Я ее люблю. Гэтыя дети ведают цану перемоги. Далеко не каждый здольный вытримать их нагрузку. Штодённые полторагодинные тренировки, как у спортивных школах, спортивный ритм, режим. И все это на протягу 7 годов на базе звычайной агульнатукацыйной школы. Подобный опыт покуль один в Украине. За рубежом всегда тренеры зарубежные удивляются, что обычная общеобразовательная школа конкурирует со спортивными школами и, в общем-то, забирает у них места. Спортивная аэробика – перспективный вид спорта. У этом году на первых в истории европейских гульнях у Баку этот вид спорта был включен в программу. Представников от Беларуси, на жаль, не было. Однако, назираючи за поспехами юных спортданцевцев, можно не сомневаться. У хутким часе яны займуть свою нишу и тут. Светлана Князева, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». На этом выпуск завершен. У студии працавала Маргарита Швукова. Усяго доброго и до встречи в эфире.